Всем привет, дорогие друзья! Пришло время вскрыть ролик. Наконец-то я прикупил ролик для того, чтобы его можно было вскрыть и посмотреть, что же там внутри. Очередное видео про вскрытие монет 10 гривен. Значит, купил я ролик в банке. А, да, кстати, из интересного, смотрите, 27.08.21 он еще запакован. А купил я его только вчера. Покупал я его в банке по цене 11 гривен 50 копеек за одну монету, то есть 1,5 гривны на монете, дороже, чем НБУ. НБУ отдает за 10 гривен монету, грубо говоря, то, что написано, какой номинал, по такой цене отдает банк. И я сразу вижу, в принципе, уже, что, по крайней мере, те монетки, которые находятся с краю, что они не супер в хорошем состоянии. Но в любом случае мы посмотрим, есть ли какое-то отличие между монет. Их всего 25 штук, не так уж и много. Поэтому все можно посмотреть сразу. Так, первый ролик новых монет 2021 года. Так, сразу гуртики, конечно же, посмотрим. Ну, визуально гуртики одинаковые. Кстати, странно, что банк всего лишь один раз в 2019 году сделал уникальные монетки, которые вышли специально для набора. И больше он эту практику не практиковал почему-то. Так, ну что ж, первая монета. Ну, зеркальное поле. А здесь, видите, монетка хуже. Я в Москве, когда был, я купил такую монету специально для видео, одну штучку. И у нее было поле гораздо лучше, чем на этой монете. Видите, тут шагрень. Там несколько видео назад, можете поискать. В принципе, у меня, по идее, вот, даже упало уже. Ну, ничего страшного с этой монетой не произойдет. Даже после падения хуже она не станет. А здесь, ну, все равно шагрень это есть. Шагрень есть штемпельного блеска. Кстати, да, вот смотрите. Видите, здесь даже штемпельного блеска нет. А там проблема в том, что ту монету я еще и лошара продал. Я продал ее с альбомом вместе. А здесь вот даже лучик по крыльям не гуляет. А там лучик по крыльям гулял очень хороший. Ну, вот, видите, монетка фиговенького качества. Обидно, обидно. Я ожидал большего. Вот, считайте, я, блин, одну взял. Вот тут вообще матовое поле. Одну взял. Еще и продал ее сразу. Я просто продал ее с альбомом вместе. Там человек захотел полный набор. На тот момент это был полный набор. Ну и сейчас как бы тоже полный набор. Потому что те другие десятки до сих пор не вышли. Блин, ну какое паршивое качество. Как же не повезло с этим роллом. Да, обидно. Посмотрите, вообще он мега царапины такие, кант ударенный. Да, тут не подфартило. Все эти монетки еще и по 11,50. Я вообще в шоке. Что там с Национальным банком, дорогие друзья? Кто-нибудь слышит, что там есть прогресс какой-то по поводу работоспособности платежной системы ихней? Здесь какой-то мусор даже на монете. Какие царапины, посмотрите, прям. Ну, просто капец, а. Да, обломись называется. Обломись по 11,50. Блин. Тоже что-то мусор какой-то. Может, на столе у меня мусор? Да вроде нету. Это еще и в монетах мусор какой-то. Вот облом, а. Посмотрите на эти царапины. Просто жесть. Капец. Полный капец. Кстати, завтра суббота, может, барахолка, если будет работать, пойду там их и солью. Все 25 эти монет, чтобы они мне не портили настроение. Просто по банковской цене. Ну, просто верну деньги, да и все. Нафиг они мне нужны в таком состоянии. За границу поеду не скоро, поэтому просто так держать их я не вижу никакого смысла. Их лучше быстренько от них избавиться. О, смотрите. Опа, красота какая. А ну-ка. О, да. О, да. С одной монеткой повезло, дорогие друзья. Прямо у вас на глазах. Посмотрите, какое зеркало.
Класс. Вот джекпот, одна монетка. Офигеть. Зря наговаривал. Но эти надо слить. Так, круто. Одна монетка. Уже повезло. Опа. Не, все равно. Вот слева здесь, смотрите, какие-то царапины. Но в целом тоже поле, в принципе, зеркальное. Да, неплохо, неплохо, неплохо. Можно рядом поставить, учитывая то, что я только что отгреб. Да, вот тут тоже, ну не, не, все, матовое поле, нет. Оно зеркальное, но видите, матовое. Смотрите, ноготь почти не видно вообще. Да, прикольно. Вот так вот один ролл ради одной монеты. А это все, вот все. Ну что, это шмурдячок, нет смысла. Ну круто, прям при вас, видите, один монетас очень хороший получился, один хороший. Может еще повезет. Ну вот здесь более не менее. Ну да, неплохо, неплохо. Грубо говоря, чуть ниже качества, но офигенно. С одной повезло. Здесь матовая и лучиков штемпельного блеска практически нету. Да, на всех такая проблема. Но все равно прикольно уже. А то я уже прям расстроился. Тут хотя бы одну можно положить уже в коллекцию, в альбомчик. Она уже ляжет идеально. Приятно, приятно. Да, сильные царапины. Да, неплохо. Неплохо. Ну что ж, улов такой, грубо говоря. Офигенный даже улов. Одна просто в изумительном состоянии монетка. Вот это может быть, я уже не помню. Ну, короче, вот они три, грубо говоря, три очень хорошеньких монетки. Три очень хорошеньких монетки. Но это из серии так называемые зеркальные. Если вы помните, давно уже подписаны у меня на канал, я вскрываю монеты 10 гривен, и они делятся на три качества. Первое это матовая, вторая зеркальная, третья штемпельная, то есть когда есть лучики штемпельного блеска. Вот это вот из одного из более редких вариантов, это когда монета полностью зеркальная. Вот смотрите, какое отражение у нее. Ну, еще раз вот покажу, чтобы вы понимали, что это значит. Вот ноготь очень хорошо, видите, видно вообще. То есть вот идеально, видите, видно вообще зеркальная монета, класс. Ну, именно поле, я имею в виду, монеты отличное. Притом, видите, они три попались из всего ролла. То есть, если взять вот любую такую монету, вот, видите, матовая. И смотрите, какая шагрень. Видите, ноготь как плывет. Если сейчас возьму вот эту еще раз. Вот, смотрите, видите, здесь ноготь ровненький. Видите, гладкий. Вот и разница. Круто. Вы только что были свидетелями потрясающей находки. Очень интересно, приятно, приятно. В альбомчик пойдут. Альбомы уже закончились, 10 гривен разобрали. Другие альбомы, ссылка в описании. Также наборы монет тоже разлетаются, поэтому поторопитесь, пока есть. Я имею в виду наборы монет вот эти. Скоро Новый год, отличные подарки Дед Мороз нам принес, грубо говоря. Так, что касается розыгрыша, я вот думал насчет, какую же монету разыграть. Ну, посмотрим. В следующем видео, наверное, я это оглашу, дорогие друзья. Так что не забудьте подписаться, поставить этому видео лайк. 40 тысяч подписчиков, это уже ничего себе. Да, не спорю, есть каналы, у которых гораздо больше тысяч подписчиков. Но и 40 тысяч тоже нехилое достижение. Я шел к этому очень долго. Просто моя информация, возможно, не такая популярная, не такая интересная. Я не хайпую на монетках 25 копеек с супер ягодками за 10 тысяч долларов, но я показываю что-то другое, то, что кому-то может быть тоже интересно. Я на это очень надеюсь, раз у меня уже 40 тысяч подписчиков. Это реально круто. Итак, что же делать с этими десятками? Вот это я верну на барахле свое бабло, а три монетки оставлю себе. И вот так буду постепенно делать, пока не соберу определенное количество монет, необходимых для меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки. В следующем году, кстати, десяточек будет 500 тысяч, немножко меньше. Возможно, качество будет монет немножко лучше из-за этого.
Ну, поживем, увидим. Всем удачи. Пока.